Здравствуйте! Для того, чтобы сделать такие цветы, которые называются крокусы, я использовала ленты шириной 2,5 сантиметра разноцветные. Также мне понадобились тычинки. Тычинки у меня вот такие, простые, самодельные. У мужа выпросила проволоку вот такую, на которой держатся эти цветочки. Также мне понадобилась ленточка 1,2 сантиметра для листочков, флористическая лента, ну а также пинцет, зажигалка, клеевой пистолет и ножницы, а также паяльник. Для того, чтобы сделать лепесток для цветка, берем ленту квадрат шириной 5×5 сантиметра, складываем вдвое и еще раз вдвое, получаем вот такой треугольничек. Этой стороной, где у нас сгибы, прижимаем ее пинцетом и вырезаем дальше, опаливаем. Аккуратненько подравниваем все. Дальше выворачиваем. И можно немножечко даже вот так этой стороной этот сгиб разровнять. И получаем вот такой красивый лепесток. Таких нам надо 4 для одного цветка. Для того, чтобы сделать листики, берем ленточку длиной 14 сантиметров, шириной 1,3 сантиметра, складываем ее лицевой стороной вовнутрь, ну, та сторона, которая блестит. По диагонали прикладываем линейку. И проводим паяльником вдоль линейки, разрезая и одновременно опаливая концы. И получаем 2 листочка. Вот такие листики получаем. Склеиваем лепестки. Thank you.
такой цветочек получился.